Всем здравствуйте! Меня зовут Лариса Подлегаева, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у меня выходит отчетное видео по совместному проекту «Шапочный разбор на год». Организатор этого проекта Галина, и ссылочку на нее я оставлю в инфобоксе и на всех девочек-участников. Итак, что же я связала в январе месяце? У меня всего две готовых работы. Начну с вот этой манишки. Я связала ее для себя, связала в экстренном порядке, потому что живу я в южном регионе, в Ростовской области, и у нас бывает зима такая вот, ну, сегодня нам передают на ночь минус 14 градусов, а, например, завтра или послезавтра может быть и плюс 14, поэтому шапку я ношу не всегда, тем более бывает так, что из машины в машину или, например, из здания в здание перебежать в шапке не очень удобно, потому что жарко и хочется ее снять, и чтобы был на голове порядок. Вот, поэтому шапка и шарф не очень подходят. И вот на такой случай я связала себе вот такую манишку, чтобы у меня шея была закрыта. Ну, а если уж совсем ветерок какой-то дует, то я накидываю капюшон. Вот. Очень мне нравится. Она вот в использовании очень удобная, теплая, мягкая. Связала я ее из пряжи Alize Lana Gold 800, вязала в 4 сложения и спицы номер 5. Связала очень быстро, буквально, наверное, за один вечер, ну, может быть, чуть дольше, потому что, ну, мы как вяжем, мы всегда отвлекаемся то на готовку, то на уборку. Вот, и расход у меня составил ее 83 грамма, то есть ушло 160 метров. И спица номер 5. Очень удобная вещичка. Я думаю, что их можно будет навязать разных цветов, например, разные формы на следующую зиму, чтобы так треугольничком было. Мне понравилось. Так, следующая работа. Это вот такой вот бактус. Он, конечно же, не поместится сюда. Но он очень красивый. Вот так я вам покажу переходы. Смотрите. Вот такая красота. Пряжа это Yarnard Flowers на 250 грамм 1000 метров. Вот такие здесь цветовые переходы. Вязала я крючком номер 3,5. Рекомендованный там крючок номер 3, но мне хотелось, чтобы она была такая более мягкая, более паховая. Поэтому я взяла крючок побольше, 3,5. И ни разу не пожалела об этом. Она очень мягкая, хорошо драпируется. И этот бактус я связала на наличие. Вот. И размеры ее вот здесь вот по центру она получилась где-то на 82 сантиметра, по-моему, высоту, или 81. И размах крыльев у нее 184 сантиметра. Вот такая прелесть. Очень мне нравится их вязать, но, к сожалению, сама их не ношу. Ну, не знаю, если бы я работала, я же говорю, в офисе где-нибудь сидела, то можно было на плечи накрыть. А так, конечно, мне очень нравится вязать такую красоту. Так, ну и теперь о планах на февраль. Вот у меня здесь стоит такая пирамидка. А, вот еще забыла вам показать. Осталось совсем немножко пряжи у меня от бактуса. И я сразу связала вот таких вот две салфеточки-подставочки под стаканчики. Когда мы с мужем пьем чай в зале, то я их использую. Они у нас там и лежат на журнальном столике. Очень удобно. И вообще хочу ввести себе такую привычку, если остается, например, пряжа, ну, буквально там 10-15 грамм, то сразу куда-то ее использовать. Хотя бы вот на такие подставочки. Так, и вот моя пирамидка. Не могу сказать, что прям это планы на февраль месяц. Но мысли такие есть. Это у меня бобинка тоже Yarnard Flowers. Цвет ее 274. А вот номер цвета бактуса я вам не могу сказать. Этикетка уже давно выкинута. Так, и тоже я буду вязать бактус крючком из этого моточка. И тоже, наверное, 3,5, потому что мне понравилось, какое полотно получилось мягкое, легко драпируется. Вот. Узор я подобрала, в принципе, но посмотрю, может быть, еще и другой начну. И вот еще у меня есть вот таких два красивучих мотка. Это Yarnard Rose Garden.
и номер цвета 325. Покупала я их, чтобы вязать себе и мужу летние майки, футболки. Думала, что одну начать со светлой, ну, сверху, а другую с темной. И посмотреть, ну, кому как пойдет. Размер у нас, в принципе, один. Модели я не определилась. Была у меня мысль связать что-то такое унисекс. Но не знаю. Эту мысль я отмела пока. И решила сейчас все больше вязать на наличие. Поэтому вот эти вот бобинки, они тоже пойдут у меня на бактусы. И один я буду вязать крючком, а другой спицами. Успею ли я это все дело связать в марте, вернее в феврале, я не знаю. Но мне очень хочется, чтобы к 8 марта эти три бактуса уже были бы готовы. Потому что я повторюсь, что я вяжу на наличие. Вот. И должна была быть у нас 29 числа ярмарка, но только что сейчас нам руководитель клуба написала, что ярмарка отменилась. Очень, конечно, жалко, но все равно надо готовиться, есть Инстаграм. И будем вязать дальше. Так что такие мои планы. Переходите по ссылочкам к девочкам, что они вяжут, что заканчивают, что начинают, с какой пряжи. Тем более сейчас на носу весна, я думаю, что будет очень много ярких, красивых изделий, уже таких более весенних. И я думаю, что вы найдете для себя какую-то идею. Обязательно возьмете на заметку либо пряжу, либо какой-то узор или какую-то модель. Это очень интересно и познавательно смотреть такие видео. Спасибо вам за просмотр. Всем добра!